Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Всем доброе-доброе утро, всем хорошего начала дня, позитива и настроения. Мое доброе утро началось с окрашивания головы, с наведением марафета. Сейчас пойду, завтракать. И вы знаете, девчонки, начала смотреть новый турецкий сериал. Если вы в поиске чего-то такого интересненького, смотрю на Иви. Моя прекрасная жизнь в серии появляется плавно, но мне есть пока что посмотреть. Интересно, интересно. Такой современный, в общем, с интересной там такой линией, поэтому советую, очень советую. Не нудный, не скучный, не такой какой-то там, а прям красивый, красивая одежда, красивая жизнь и интересная очень история. Вот, пошла я завтракать, пока у меня есть время, пока голова тут окрашивается. Крашу краской 3.0 от Oriflame. И, в общем-то, вот такой будет у меня цвет. Крашу волосы, завтракаю, пью витамины. А потом все это мою. А вот быстро привожу себя в порядок, крашусь и собираюсь отмечать в общем-то, с девчонками день рождения и девушки одной. И, значит, Новый год. Вот как-то так у нас. Сегодня по плану. Ну что, у нас с вами очередная распаковочка заказа из компании Тиандэ. Принес ее мне курьер. Заказывала транспортной компании СДЭК на 3000 рублей и более по цене консультанта. Доставка и курьер бесплатные. Поэтому ссылочки я всегда оставляю в инфобоксе под видео, который вы сможете пройти, зарегистрироваться, получить свой номер и так же, как и я, все заказывать. Так, сейчас будем смотреть. Я тут воспользовалась многими акциями. Помимо каталога действуют акции и выгодно получается заказы. Так, это календарик уже какой по счету. Уже потерялась. Так, давайте будем смотреть, что же я заказала, чтобы было удобнее доставать и вам показывать. Вот такой вот лосьон из премиальной серии по уходу за волосами для густоты и роста. Это у нас третий этап. Это такой спрей, который брызгается на кожу головы и не смывается. Я его использую с любой серией для волос, какой пользуюсь. И то есть после мытья головы, после шампуня, кондиционера, там масок, уже на влажные волосы, да, хорошо, которые промокнула, на кожу головы наношу этот спрей. Закончился у меня, я заказала. Следующее, что мы видим, и у меня здесь в заказе вот такие вот 4 зубные пасты. Это жидкий кальций. И они пришли в подарок к кальцию, который заказываем. Очень выгодно получается по цене. То есть получается, что кальций приобретаем, зубная паста, жидкий кальций в подарок. Думаю, эта акция очень быстро разберется. Очень быстро разберется. И вот смотрим. 4 у меня жидких кальция. 2 мне, 2 не мне. Кальций, вот такой вот биологически активная добавка. Содержание кальция, витамина С, витамина В6, витамина D3 для того, чтобы это усваивалось. Сделан в России. Кальций у нас усваивается вечером, поэтому пьем часов 8 примерно вечером. И, кстати, немножко другая упаковка, заметили? Раньше на упаковку писали 3-5 таблеток, суточная норма, в зависимости от потребления, да? Сейчас как-то по-другому все это представлено. А вот, вот, отлично, вот все расписано. В 3 таблетках, в 5 таблетках, все замечательно. Следующее, что я заказала, и это БАД Чага и Мумиё с аронией черноплодной. Хороший такой БАД, который поднимает иммунитет. Вот, собственно говоря, он тоже сейчас, кстати, по классной цене, тоже его заказала. Следующее, что у меня здесь занимает практически всю коробку, и вот так вот
запакован максимально хорошо. Как вы думаете, что это? Не догадайтесь, что же это такое за фляга-бутылка? Это средство для стирки. Я очень люблю средства для стирки. Это вот я заказала жидкость. Сейчас, кстати, они также представлены по хорошей цене. И я заказала, потому что у меня заканчивается. И выгодно, конечно, заказывать в акции. Это определенная экономия. Сейчас открою, покажу, как это выглядит. Ну что, я пришла только что с магазина. Ходила целенаправленно. У нас же уже влогмарт. И ко мне уже летит одна посылочка. Я завтра отправляю уже одну. Тоже в обратку. Вот, и сегодня ходила, мне нужно было, я всегда отправляю в посылках еще и открытки. Я купила открытки, сейчас вам покажу, какие будут открытки. Но самое главное, это те слова, которые я пишу внутри открыток, это индивидуально. Вот, потом в среду мы так собираемся мини-такой встречей, знаете, так посидеть, вроде как Новый год мы там не отметили. В феврале, эти феврале мы отмечаем Новый год, и у нас там именинница, надо тоже поздравить, и вот сейчас покажу, купила, в общем, открытки, купила красивый пакет такой, ой, купила такую красивую чайную пару, сейчас вам тоже покажу, еще у нас будет эти продукты, а потом у нас будет распаковка еще одного заказа, до заказа уже, да, золотого яблока, вот, так что... Смотрим, много всего интересного и красивого. Зашла, вот такой красивый пакет купила. Красивой гаммы. Потом купила вот такую красивую чайную пару в подарок. Настя сказала, красивая, да? Mm-hmm. Вот, чайных пар, мне кажется, много не бывает. И каждый день, если доставать новую для себе такого настроения. И как раз таки такая расцветка, чтобы поднялось настроение, весна. В общем, это подарок будет имениннице. Потом купила вот такую вот открытку с 8 марта. Настя говорит, а куда открытки с 8 марта? Я говорю, как же, уже все. Вот такую вот купила еще. Значит, вот весенний день 8 марта, это все уже будет... по обмену с подарками для создания настроения к 8 марта. У нас так. Так, дальше. Целая тут моя увоська. Увоська. Что я тут зашла, взяла? Батон утренний. Как будто бы вечерний. Знаете, как-то так. Потом взяла ядрёна копоть. Сосиски классические. Вот это да. Дальше. Французский крекер с кунжутом Яшкина. Взяла спагетти. Так, это чек. Так, муж просил купить цикорий. Купила цикорий. Так. Это я купила тоже на подарок. Премиум серия «Башкирский мед». Вот такой вот. Мы же граничим с Башкирией. Прям буквально вот прям и чуть-чуть, да? Так что наш город граничит с Башкортостаном. И вот как раз-таки мед, я в тот раз покупала его, мы попробовали, видите, Республика Башкортостан, это на подарок, попробовали, все, в общем-то, протестировано, съедено полностью, поэтому вкусный, классный. Купила вот такой вот, это Илья меня уже просил, говорит, купи какой-нибудь другой попробовать еще. Купила вот такой медовый край. Так. Липовый. Какой-то там. Новгородская область. Батецкий район. Деревня Мойка. Мой деда Коля. В общем-то, вот из Новгородской области. Мамин папа. Поэтому Новгород, это интересно. Так, сыр Макдан взяла. Потом взяла, значит, шарлиз с абрикосовым джемом. Как-то так, такие конфетки с кокосиком. Потом я взяла колбасу вариант с салями. Значит, империя вкуса. Так,
И апельсины взяла, и апельсины. Хотела еще что-нибудь взять, но сумку я ходила пешком, сумка такая тяжелая, я бы не донесла. Сегодня как-то и потаяло, такой каши непонятно, хотя еще говорят будет 20 градусов. А сегодня как-то так, прям 1 градус. Тут у нас вот такая вот интересная коробочка. Надо сначала стол разгребсти. Так, с какой-то, видите, такой интересной упаковочки в этот раз. Сейчас будем смотреть. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю до новых встреч на моем канале.